Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Заходим в отель «Деми» в Саранде. Ну, кстати, в самой Саранде. Очень удачно расположен. Тут все-все-все рядышком, в шаговой доступности. Что тут у нас? Ресепшн. Здесь пляжные полотенца. Пляжи на лежаках. Там говорит о том, что здесь есть пляжные полотенца. Расположение более чем удачное. Здесь завтраки по системе шведского стола. Да не, ну мы вчера все перевели. Это первая береговая линия. Здесь собственный галечный пляж. Спасибо. И здесь есть дискотека. Деми Лаунж называется. Идите сюда. Так. Смотрите, какое покрытие пола. Тоже мило. Так. На стене картина. Вот выход на барную часть. Так, ну-ка смотрим. Достойно. Ну, к сожалению, нету света. Достойно. Здесь стеклянный. Стеклянная такая шторка. Большая ванна. И здесь пляж с барными стойками, зонтиками. Вон. Это тоже их. Это все их территория. Вот. Как я даже... Я очень их люблю. Они уютные такие. А, ну, да. Они очень комфортные. Ну что? Это стандарты, которые остались. Наймили пул, но посмотрите, три пляжика. Есть диванчик. Ну, тут немножко он завален подушками. Ну, еще диван. Номер 102, отель Деми. Индивидуально, господи, слово индивидуально. Так, тут у нас есть свет, отлично. Душ. Туалет. Уже тут тоже, а, нет, они не успели убрать. Да, тут нету свободных, полностью свободных номеров, поэтому смотрим те номера, в которых, ну, вот не так давно кто-то жил. Но вот этот номер у нас уже успели убрать. Очень большая кровать. Хорошая, кстати, с одеялом. Большой телевизор. О, дизайнерский стул. А, посмотрите, какой балкон. Очень хороший. И опять-таки видовой номер. Чтобы попасть на пляж, нужно спуститься в самый-самый низ отеля. То есть из номерного фонда мы выходим. Сейчас как раз проходим эту дорогу, будем искать, где тут проход к пляжу. Смотрите, кстати, все моют, все чистят. Так. Так. Тут что-то еще будут, наверное, достраиваться. И тут вот смотрите, какая лаунж-зона. Ой, мокро. Ой, это красиво, зелененько. И сам отель такой чистенький, вот ухоженный. Да, смотрите, какая прелесть. Сколько цветов. Пальма, посмотрите, какой пляж. Вот пляжная зона. Сейчас мы подойдем ближе. Ресторан. Здесь же зона дискотеки. Как меня зовут? Пляж галечный, но чистенько, красиво.
общем, в целом положительные впечатления от отеля. Очень понравился. Визуально видовые номера, это очень здорово. Чисто, аккуратно и хорошая такая зона. Расположение просто шикарное, он этим подкупает. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!